Уважаемые коллеги, мы рады вас сегодня здесь всех видеть, особенно тех, кто находится у нас в призах. Сегодня мы решили подвести итоги за 2020 год. 5-х сельских спортивных игр муниципального образования Белореченский район. Награждается команда Первомайского сельского поселения, занявшая 3-е место в наших играх. Команда Родниковского сельского поселения. Поздравляю. Спасибо. Ну и первое место, которое год подряд занимает команда Великовеческого сельского поселения. Поздравляю. С заслуженной победой. Спасибо. Я хочу поблагодарить в первую очередь глав поселений, которые у нас в этом году стали призерами, победителями. Как уже замечено, у нас некоторые поселения уже много лет занимают первое, второе, в призах. О чем это говорит? Это говорит о том, что глава поселения нацелен на эту работу, глава считает это важной деятельность развития массового спорта, поэтому хочу вас поблагодарить. Очень надеюсь, что и другие наши коллеги также поучаствуют. Потому что, в принципе, у нас все поселения в равных условиях находятся. Больше кто-то внимания уделяет по организации этого всего процесса. Конечно, это хлопотно, это решает транспорт, кто выступает, это выходные дни, да, в основном соревнования проходят. Конечно, это людей надо убедить, чтобы они за честь поселения поучаствовали в тех или иных соревнованиях. Но у вас это получается много-много лет подряд, поэтому вам большое спасибо. Перед нами стоит задача по реализации нас проектов, вовлечение жителей более 50% регулярное занятие спортом, а это 2-3 раза в неделю, по 2 часа. То есть это очень все серьезно. И здесь я благодарен, что вы личным примером показываете, как это надо заниматься. Спасибо вам большое и еще раз поздравляю.